Смотри, нам нужно это сделать к концу месяца. Вот так. Понятно? Эй! Я слышал тут хорошую новость. Ты заплатил за палату в неотложке. Ты ему сказала? Мои друзья, работающие в неотложке, сказали, что пациент оплатил больничный счет. Можешь получить деньги обратно. Циньбинь, но позволь напомнить, не останься без денег. Если они не оплатят долг, твоя доброта будет напрасной. Его жизни грозила опасность. Денег я заработать могу, а жизнь у него одна. Окей. Видимо, денег у тебя много. Я зря волновался. Дзясинь, смотри. Не пытайся быть как он. Я лучше навещу пациента в свободное время. Эй! Ты шутишь надо мной? Я выкроил время, чтобы о нем позаботиться. А меня тут как пример используют. Тебе нужно вернуться на работу. Дзясинь, смотри. Я забочусь о твоем наставнике, а он не ценит. Посмотри. Внимательно посмотри. Вот этот человек навсегда останется примером в твоей карьере. Доктор Цинь, я думаю, господин Янь прав. Не-не-не. Пословица говорит, бедняк будет заботиться лишь о себе, а богатый поможет миру. Вот так. Жалко, что твой мозг не воспринимает такие сложные вещи. Что ты сказал? Да ты забудешь. Я не могу этого забыть. Дзясинь! Это медотчет твоей сестры. О, спасибо, господин Ли. Да пожалуйста. Угу. Посмотрим. Дай мне посмотреть. Сюдзянин. Что не так? Успокойся. Подготовься, твоя сестра. Что с ней? Дай мне... Она в порядке. Почему ты такой надоедливый? А разве не ты говорила, что твоя сестра работает где-то за границей? Угу. Как она оказалась на обследовании? Она очень любит свою страну, вот почему она вернулась. Ты выдумываешь. Прекрасный ученый. Она настолько страшная, что ей пришлось уехать. А ну повтори. А что, я прав? Хватит. Так ведь? Хватит! Я думаю, что прав. Полегче, полегче.